Юлька, ну как бы Юльку я даже не могу объяснить, кто она мне, потому что настолько близкие отношения. Да, она тоже про меня все знает, но знает, поскольку мы каждый день вот так вот бок о бок трёмся друг об друга, и я ее уже, и она меня очень хорошо знает, я ее очень хорошо знаю, поэтому для того, чтобы понять, какое у нее состояние, или для нее понять, какое у меня состояние, совершенно не нужно что-то говорить или что-то объяснять. Я, например, я на нее смотрю, я понимаю, что происходит. Так же она. Она, например, я сижу, я могу просто сидеть тупо на кровати, молчать и смотреть в стену. Она ко мне подойдет и скажет: «Лен, у тебя вот то-то, да?» Я скажу: «Да». Потому что, ну, она понимает, она чувствует. Своей мамой, потому что она меня смогла воспитать так, как она меня воспитала. Я имею в виду отношения между ребенком и матерью. Это, ну, практически единственный человек, которому я могу рассказать вообще все от корки до корки. Она первая обо всем узнает. Вот мама и моя лучшая подруга.